Der Tod reit auf einen kohlschwarzen Rappen. Er trägt ein undurchsichtig Kappen. Wenn Landsberg in das Feld marschieren, lässt er sein Ross daneben galoppieren. Flandern in Not, in Flandern reiten der Tod. In Flandern reitet der Tod. Ты мог не умереть до вечера. Der Tod reit auf einem Lichte im Schimmel, schön wie ein Cherubin vorm Himmel. Wenn Mädchen ihren Reigen entschreiten, will er mit ihnen im Tanze gleiten. Fa-la-la-la, fa-la-la-la. Der Tod kann auch die Trommel rühren, du kannst den Wirbel im Herzen spüren. Er trommelt lang, er trommelt laut, er schlägt auf eine tote Haut. Flander in Not, in Flander in Not, in Flander. Да, мы любим Кайзера! И Бабула! Da hat's das Blut vom Herzen getragen, als den zweiten Wirbel schlug, den Landsknecht fand zu Grabe. Мы очень рады, что вы приехали на наше мероприятие. Первое, оно экспериментальное. Надеюсь, вам все понравится. Если что-то не понравится, попытаемся учесть. Очень рады вас видеть. Экспериментально будет медицина и юмор. Давайте пока так. Построение в две колонны и пошли. Так, барабанщик, ложеносец за мной. Строимся. Fa-la-la-la, fa-la-la-la. Так, получается, как бы, вот, ну, то есть я даже, ну, типа, силу не вкладывал, просто шаги, толчок пикой. Я не помню, как там... Вот, косточку уперся как раз. Кстати, можно посмотреть. Сколько она вылет? И хорошая вмятина. Давай. Теперь классический, ну вот этот двуруч, можно сказать, 16 века, классический. Ранний. То есть вот это уже позднее, после 50-х годов идет швайка. А ранние, которые при Максимилиане ходили, они по сути ходили вот с такими двуручными касами, я не знаю, как их назвать. Но он, ну как, порезаться от него нельзя, но он все-таки имеет какую-то заточку. Меньше прорезал, а туда вглубь больше вошло. Не, убей гитар, расширение, она просто все плюско, если туда Войспе, доминируй на Интересно, как раз Подожди, стой. Давай. Повар, у тебя готов кипяток? Сейчас испытаем на сосновых пиках, насколько фламберг может прорвать.
Как оказалось, с фланга довольно-таки тяжело перерубывать, практически невозможно. Если ломается, то одна. Если ты идешь напрямую и наискось бьешь, то можно сломать до 4 пик. У нас сосновые пики, клееные, 4.30, 5.20 длиной. Вот, сейчас смотрим. Давай. Die Trommel schlägt und schmettert, Rataplan und die Redon. На практике оказалось, что пики ломаются наискось очень хорошо. Напрямую вот так вот, двуручным мечом, фламбергом, практически они не ломаются, потому что очень плотный строй. Когда идет человек напрямую на пике, то боком ломается, видно очень хороший срез пики, как оно легко переламывает. Опять же, очень важно, как оказалось, более длинные лонгеты, у нас более короткие, на источниках более длинные. Чем длиннее лонгет, тем больше вероятность, что от такого оружия выживет пика. Дерхард Стерфебель нанимает войско для того, чтобы отжать имущество, хорошо. Обожаю отжимать имущество. Побеждать и уничтожать. Грабить его не грабить. Кто хочет золотых, подходи. Откуда? Из славного города Кряково. Марио, Марио. И выйти, Марио. Следующий. А монеты, помню. Деда, он вообще какой-то. Я убил деда где-то. Жалование получает кто? Иоганн, 4 монеты. Марки тебе вернули? Если произошла задержка жалования, солдат не имеет права считать себя свободным от исполнения своих обязанностей. Es geier schwarze Haarhaufen, hey ja ho, und wollen mit dem Pfaffen rachaufen, hey ja ho. Als führt der Florian Geier ran, trotz Nacht und Bann, den Poncho für den Rinderfahn, hat Helm und Harnisch an. Hey, yo, ho, des Edelmannes
короче. Просит прощения перед отрядом, проходит мимо этого отряда и мимо того. Иди под стражу. Проси прощения у этого отряда. Я умру гордо. Нифига. Я, если ты попросишь прощения, я буду пить это. Я люблю этот дублет, я умру гордо. Окей. Он сказал, он не раскаивается. Он не изменился перед отрядом. Давай. Теперь три хлопка по плечу. За крайнего хозяйства, а также потерю флага именем императора Максимилиана второго. Первого. Давайте он следующий. Господа нашего. И господ. Не бутерброд. Пять ударов Фламберга по заднице. Давай. Считаем все вместе. Два. Три. Сильнее. Два. Даже пять. Мы тебе поднесем. А ну, точно не сломаешь. А вы его знаете. Так будет с каждым, кто провинится. Упала, это не я. Лови клавничку. Только не это. Какие все добрые, это отзывчивые. Я запомнил. В крови. И следа не останется. Нет, след остается, но руба не будет. Задело. Интересный подход к объяснению этого решения.